8 октября 1936 года в Москве родился Леонид Вячеславович Куравлев. Окончив московскую среднюю школу, Леонид решил поступить в ВГИК, хотя до этого вовсе не помышлял об актерской карьере. Первая попытка не удалась. Куравлев год проработал на фабрике генооптики. На 4-м курсе института во время сдачи экзамена по вокалу романс, исполненный актером со всей серьезностью, вызвал совершенно искренний смех некоторых слушателей. Среди них оказалась режиссер Софья Абрамовна Мелькина, которая предложила Куравлеву почитать сценарий «Мичман Панин» и примериться к роли матроса Камушкина. У Леонида Вячеславовича к тому времени уже был небольшой кинематографический опыт. Он сыграл роль солдата в телефильме «Сегодня увольнения не будет» – курсовая работа Тарковского. Но именно в фильме «Мичман Панин» ярко обозначился его комедийный талант. В том же году Куравлев окончил ВГИК и снялся в дипломной работе Василия Макаровича Шукшина «Из Лебяжьего сообщаю». Куравлев быстро накапливал опыт, уверенно сыграв ряд небольших киноролей, а после исполнения роли Пашки Колокольникова в картине «Шукшина живет такой парень» к актеру пришел первый большой успех.